Итак, что мы с вами сделали? Мы добавили освещение сюда, сюда, и все это на этот угол, для того, чтобы его подсветить, чтобы картинка была поярче, поинтересней, поконтрастней. Картиночка вроде как даже поинтереснее стала. Вот отсюда, ну отсюда не видно. Кстати, а вот так происходит подзарядка батареи для Кеннона. Пока они так вот мигают, это говорит о том, что они не заряжены. Идет зарядка. Как только они зарядятся, они перестанут мигать и зажгутся зеленым. Попить чайку. Вот они, три карты памяти. Все три одинаковые. Все три с высокой скоростью сброса информации. Поэтому такие надо брать. Компьютер включается отсюда у меня. Вот специальные карт-ридеры, в которые будут вставляться карты. Они специально для средних. Здесь вот это уже для маленьких микрокарт. И вот он большой для сброса больших. Сброса информации с больших карт. С GoPro сбрасывается просто. Отщелкиваем, достаем, открываем, нажимаем ногтем, вот она карточка вышла, и вставляется она вот сюда, вот, видите, вот. Ну, с нее мы в первую очередь сбросим. Так, что тут у нас, клавиатура не подключена. Подключаем клавиатуру. Что у нас дальше? Мышка не работает, потому что она к этому компьютеру была подключена. Пускаем. Все, подключена мышка. Теперь смотрите. Мы с вами видим карточку GoPro, вот она. А информация видео хранится здесь. Щелкаем. Вот они, наши видео. Вот я что-то объясняю. Хожу. Все это мы с вами сейчас будем сбрасывать. Завершаем. Для этого мы с вами используем диски, накопители. Диски накопители у меня, вот они, видите, объединены в RAID массив, так называемый. Вот, сбросим сюда, все это подсоединено. У меня еще один есть. Даже вот можно, он и подключен. Вот, но вот это вот основные два. Вот, значит, я сброшу на них. Сбрасывается просто. Вот у нас карточки, значит, есть. Мы это все выделяем. И сбросим на вот этот вот. Вот у нас. Значит. Свойства. Значит. Его емкость 10 терабайт. Видите, вот она, 10 терабайт его емкость. Доступно еще 3,75 терабайта. То есть это рабочий. Я на него сбрасываю, я на него и с ним работаю, и потом стираю с него. Значит, делаем
новую папку, чтобы не запутаться. Папку назовем видео сравнение. Видео сравнение, да? Все. И начнем. Значит, здесь еще будет подпапочка. То есть у нас три камеры было. Значит, одна камера это Go, чтобы мы не путались. Ясно? Следующая папочка у нас будет это Sony. Sony. Так, и следующая папочка у нас будет Canon. Теперь смотрите. У нас две камеры. Значит, здесь надо также поставить. Это папка номер один, это папка номер два. То же самое с Sony. У нас будет новая папка. Камера один. Новая камера два. Есть, да? А в Canon у нас будет три. Новая папка 1, 2 и папка 3. Все, ну так как мы начали с GoPro и начинаем сюда сливать в первую камеру. Опачки! И погнала. Ставим вот эти наши карточки. Canon 2 и начнем с них сбрасывать. Сюда же вставляем, раз он тут все равно 4 часа напишет, мы тут как опачки вставили и вставили сюда еще. О, и у нас появились две новые карточки. Значит, вот он пишет GoPro, да, это GoPro, а iOS это iOS. Да. Окей, значит. Хотя тут iOS, вот они у нас, ну пускай так будет. У нас есть вот iOS 3, iOS 4, ну как раз у меня они были и пронумерованы, какой фотоаппарат. То есть, так как у меня всего 4 фотоаппарата, значит, первый, второй, третий, четвертый. Итак, мы сейчас будем сбрасывать вот на Canon. На Canon мы будем сбрасывать, ну, раз третий, пускай это будет третий, да? Так, на третий мы будем сбрасывать всего-навсего два файла у нас. Вот эти два файла. И мы их сюда так, опачки, бросили. Так, теперь у нас что там, четвертый? Ну, так как у нас четвертого нету. О, тут у нас что-то много всего получилось. Ладно. Мы это все сбросим на второй, а там уже выберем, что там у нас получилось. Опачки, все, сброс пошел. Несмотря на то, что наша батарейка сдохла, вот она, у меня в запасе было еще 3. Можем пока посмотреть, видите, какая картинка у нас. Красные точки, вот он. А? Вот что я хотел вам сказать. Значит, резкость была наведена на стенку, вот на это. Моя голова оказалась чуть ближе фокуса. В результате я не попал в фокус, и у меня не получилось. И даже в этом самом в экране я не увидел себя в фокусе. Видите, что получается? Вот он. То есть я добавляю освещение. Ну хорошо, добавляем освещение. Вот. То есть я в расфокусе. Вот это все в фокусе, а это нет.
Вот в чем особенности. Поэтому перед съемкой на фотоаппараты надо непосредственно сесть и навести фокус именно вот на это, а не на стенку, как я и сделал. Хотя вот задничек получился очень красиво. Вот в чем заключаются особенности съемки на фотоаппараты. Записался, вот он. Это мы все можем уже стереть. Берем и перемещаем в корзину. Сразу же стираем с корзины. Если с картины не стереть, это может и не удалиться с карточки, чтобы вы знали. А так мы только оп, и удалили. Теперь эту карточку мы можем вынимать. Кстати, можете посмотреть. Видите, вот здесь я был оператором. Зачем нужен оператор? И навел именно резкость на их лица, а не на стенку. Не на это. Видите, тут вот даже расплывчато где-то получилось. Зато здесь четко и ясно и понятно. Вот смотрите, а сбоку, так как я брал где-то вот здесь вот, резкость наведена. И картиночка получилась совсем другая. То есть я поймал этот объект. Объект этот я поймал в фокус. Вот в чем фокус. Что надо поймать это все. Фокус. Включили. Вот. Я сижу, смотрите, подсвещение. Освещение. Что тут у нас? Одна камера работала на... То есть все, вот видите, видно. Волосики даже маленькие. Все, 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 все. Поэтому очень важно вначале навести на объект и поймать фокус. А так все, цвет, все это довольно-таки хорошо. А вот задничек, видите, расплывчатый. И это очень хорошо, такой киношный эффект. Несмотря на то, что на вот этих вот карточках, значит, информация 10 с лишним гигабайт, так как они скоростные, сбрасывается информация с них намного лучше. То есть смотрите, 10 гигабайт сбросится за 16 минут, а вот с GoPro все тут сбрасывается. Карточки вынули, теперь их можно вставить назад фотоаппараты. И как практика показывает, все надо делать вовремя. Не сделал вовремя, просто-напросто может где-нибудь потеряться, забыться. Ага. Вы видели, если карточка вставляется неправильно, она просто в свой паз не входит. Поэтому карточку надо вставлять лицом сюда. Лицом сюда. Понятно, да? Все вставляется легко, мягко. До упора она так... ходит. Щелк. Щелк. Все нормально. А вот это вы видите, чемоданчик. Это как раз из-под мониторов Лилипут. Маленький чемоданчик. Две камеры. Идет зарядка у нас. Видите, все тут блестит. Заряжается. Суть до дела. Приступаем к сбросу видео с камеры Sony. Сбрасывается она так.
подключаем USB. Дело в том, что тут карта памяти есть внешняя и есть, ну, как обычно есть, вот она, да? Но на нее не записывается. Записывается на внутреннюю память. И вот чтобы с внутренней памяти, это надо подключить USB. Подключаем. Сразу же появляется вот так вот. Подключивает к USB. Подключили мы ее. Все. Значит, у нас здесь появляется, мы видим, смотрите, новое объявление. Окей, вот она, Sony. Значит, Sony AVCD. И целиком, вот этот файл, он может состоять из нескольких файлов, но обычно пишется так. Сбрасываем. Берем и только, опачки, перетащили его сюда. Перетащили, и началось считывание. Но здесь информации меньше. Вообще тут идет сжатие видео по другому какому-то кодеку. Да хотя мы и малое писали. И видите, все это буквально таки скачивается очень и очень быстро. Но тут, как говорится, свои некоторые заморочки. Дальше надо: не отключайте кабель, подключайте. Значит, что тут надо? Тут КЦН. Перед своей работой функцию отсоедините кабель от компьютера. А завершить работу с функцией? Да. Да, да. Отсоединяем. Все. Теперь то же самое мы проделаем со второй камерой. Подключаем USB. Подключали. Подключить, Камера становится как жесткий диск. Теперь здесь у нас появляется Sony 2. А это просто-напросто спрашивает обычно, как ее там назвать. Sony 1, Sony 2, это то. Окей. Так, что у нас? Вот она опять есть. Проверяем, что тут у нас. Ничего нету. Что тут у нас? Тоже ничего нету. Вот они, наши файлы, которые записаны. Мы их берем и сбрасываем сюда. Смотрим, что там у нас. 1 гигабот. Вот, считывается меньше минуты. Заполняется. Все. Теперь это мы удаляем. Хотя камеры старые, и они как-то не совсем приучены работать с компьютером, нежели вот эти новые GoPro, которые работают с карточками. Теперь мы можем это все вынуть, да. Вынимаем. И теперь непосредственно здесь. Нажимаем. Отсоединить. USB, отсоединить какой-то компьютер. Да? Завершить работу. Да, завершаем. Что он там нам скажет? Доступ. Это неправильно. Обнаружено, вот он как раз тут пишет, несоответствие в базе изображений, запись линии воспроизведения фильма HD невозможно, исправить файл работы изображения, расчетное время 5 секунд, да. То есть все-таки удалять необходимо. Ну что ты? Одна секунда. Удалять необходимо непосредственно с самой камеры. А вот в Sony мы видим только вот это вот. Надо на него нажать. И только вот так вот появится. Клип 0, клип это. Ну, откроем этот клип, так глянем, что там. И вот смотрите. Звук что-то качество. Ну, что касается качества. Да, качество.
я бы сказал, нормальная. Нет, конечно, какой-то тут чего-то черт. Но зато. Что вот вы видите? Вечерик горит. Лампочка. Какой тут плюс камера. В этой камере? То же Sony. Камера. Это то, что. Вы можете все это дело закрыть. Автофокус. В смысле. Автофокус. А автофокус сразу же берет. И в результате не так четко, как Canon. Но тем не менее, вполне достойно